Фу, стоит там отдохнуть. Да, тут действительно группами очень сильные враги приходят. Как, собственно, и ожидалось. Они действительно испытывают нас. Да. Обычно стратегия идет в сторону, когда ты доходишь так далеко, не так ли? Да, но что-то не то. Не то. HP цкикаке но шамрокку я римейн лайто ка шита кластера чирабатте та башо га атта даро. Ну, там было место, где члены Шеймрока и фан-клуба Севен были разбросаны мертвыми или умирающими, да? Я чувствую, что враг, который вызвал такого рода разрушение, так сказать, должно быть... является кем-то другим, в отличие от остальных. Mm. Да, и мы определенно еще не встретились с этим врагом. И это значит, что нас ждет впереди. Вот жопа! Страшно. А, и Рейн. Я думаю, настало время, чтобы ты рассказал нам свою историю. Рейн, я. Нанайро хакасе но дзитсуно ане. Кими но хонто но намай о осиете куреру ка? Ну вот и все. Можешь нам рассказать свое настоящее имя? Рейн. Ты действительно... Нет. Да, ты действительно сестра. Доктор Нанайра. Чё? Кирито, ты чё ты делаешь? Рейн, сестра Севен? Кирито, что за плохая шутка? Как такое может быть? Севен и я сестры? Ну, мы совершенно разные. Она она чрезвычайно известная, красивая девушка. А я просто... Я знаю, что говорить о реальном мире и о делах там в игре запрещено. Но я заглянул в это. Даже при том, что это не мое дело связаться с администратором игры непосредственно, я подумал, что стоит поконсультироваться с Кико Кира Шигатен насчет Севен. И чтобы узнать наверняка, я спросил и о тебе. Меня это интересовало уже давно. И потом он рассказал мне. Я не могу дать тебе ее личные детали. Но я могу рассказать тебе, что мой агент прислал мне специнформацию касательно доктора Нанайра.
Когда я спросил, что, он сказал мне насчет... насчет старшей сестры Сева. Понятно. Но на этом все. Он не сказал мне твое имя. Итак, при условии, что ты действительно и сестра, ты получила личные данные от его агента, да? Итак, собственно, ты узнала, что она возглавляет Шемрок, верно? Но, Лейн-чан, ты не знаешь, что 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 ты Но, Рейн, есть еще многое, что мы не знаем о тебе. Например, как ты узнала о нашем прошлом? Это простая история. Ты тоже участвовал в SAO. Ну, это очень легко. Ты тоже была игроком, что попала в ловушку Сао, не так ли? Что? Она тоже была в Сао? Почему я там ее не видел? Че, правда? Она была игроком Сао. И в мире Айнкрада мы были довольно известными. И что касается того, как Рейн овладела, игровой механикой виртуальной реальности, ну, это тоже очень легко объяснить. Ты пыталась попасть в Шеймрок, чтобы попытаться добраться поближе к Севан, твоей младшей сестре, не так ли? И что ты планировала делать, когда ты очутишься рядом с ней? А ты все узнал. Да, странный смех с ее стороны. Да уж, а ты покопал действительно глубоко, теперь нет никакого смысла. И делайте себя тупой. Зембу еда нам ты ивай. Демо, семете накаману оретачу наттоку сасете хоши инда. Но я не могу сказать, что он мне все рассказал. Однако, по крайней мере, ты не хочешь рассказать нам, нет, объяснить касательно себя нам, твоим друзьям? Да, хорошо. Сейчас как... Сейчас момент. Мое имя Нижика Каратачи. Откуда они взяли это имя? Я студентка старшей школы в городе, как сказал Кирито. Я действительно сестра доктора Нанайра. Но Мукоа не знает. Нанайра Но она еще этого не знает. Она даже не знает, что у нее сестра. Когда я была моложе, и Нанайре было только несколько лет,
Наши родители развелись, и мы были разделены. Извиняюсь, отвлекли. Так. Я даже не видела ее лицо с тех пор. Ну, в реальном мире, я имею в виду. Конечно же, я встречалась с ней раньше. Тут, в Алу, но... Я слышала, что Севен Тян живет в Америке. Да, но мы жили в России раньше. Наш отец русский. Моя мать получила опекунство надо мной и взяла меня обратно в Японию, на родину. Я была, скажем так, возвращенная домой, другими словами. И я начала работать на полставки, учась в школе. Я сказала работать, но это стало моим хобби в течение некоторого времени. Я стала горничной в Акихабаре, обслуживала клиентов, пела песни. Что? Начинается бред. Кирито, мы слышали эту песню в Акихабаре. Здрасте, приехали. Точно! Так значит, это была Рейн, что пела песню посреди улицы. А вот и Рейн в настоящей жизни. Блин, милашка. Да, вы двое видели мое выступление, не так ли? Я чувствовала то же самое тепло от вас, что я чувствовала в игре. Я знала, что вы были где-то там. Да мы даже не знаем, что это ты. Так почему ты скрывала все это, чтобы подобраться ближе к Севен? Это я действительно хочу знать. Ну, я не знаю. Это было, наверное, немного ревность. Да, безусловно. Ревность? Я люблю игры, косплей и идолов. Этот вид субкультуры. Я действительно люблю это, но... Я
お母さんを楽させてあげたいってそう思ってた。То, что я хочу больше всего, думаю, это петь песни. Я хочу, чтобы мои песни стали большими хитами. Так, чтобы я смогла облегчить жизнь моей матери. По крайней мере, я так думаю. Но, са, одна чио хита, оно кога, ута де секосте. Шкамо, хакасе нанте нисоку но варажи о ятте нокетеру. Мы разделяем ту же самую кровь. Но ей удалось стать певицей. И она еще и доктор. Она добилась успехов в двух областях одновременно. С ума сойти. Сайшова сонна анокога, донна као ште айдолу о яттеру нока, мите митаку натта. Так что сперва я хотел взглянуть, какова она, как идол. Соште, аваёкуба, аноко но мачигай я шиппай демо поцкете, скандалу ни штате агеёте кото. Тогда я подумала, что если я буду копать под ее ошибками и падениями, я создам какой-то скандал, в каком-то смысле. Дате, мото-мото рикону гейму, ано-коно сайноу датта ваке даши. Я имею в виду, что ее гений — это истинная причина, почему мои родители развелись. Могу я спросить тебя об этом? Да. Да, я расскажу тебе все. Она была гением с тех пор, как я себя помню. Нанайро но сайно о новасеру йони дайгаку ни хатараки каке ёу то шита но. Мой отец, который знал, что у нее такой IQ, начал искать колледж в целях дальнейшего развития ее способностей. Демо, окасан но кангае ва маньяку де нанайро нива фуцу но кодому то шите фуцу но джинсэй о аюмасетай то омотта. Моя мать, однако, хотел обращаться с Нанайрой как с обычным ребенком и сделать ее жизнью просто обычной жизнью ребенка. Собственно, вот как у них начались ссоры, ну и потом развод. В конце концов, мой отец использовал свои полномочия, насильно взяв опеку над Нанайрой, и моя мама застряла вместе со мной. И мы вернулись в Японию. Опять плохие русские. Застряла с тобой? Ну, многое произошло после этого. Короче говоря, долгая история. Я была обратно привлечена в мир VR-MMO. Потом я пошла присоединяться к Шеймрок, чтобы подобраться ближе к нее. Да? Ну и уже остальная часть истории. Я пыталась пробить себе путь в Шеймрок, несмотря на то, что я была слабой. Ну и обо мне разузнали, конечно же, немедленно. Ну и они начали называть меня Рейн. Лжец. Рейн, ты...
家族のことなんて恥ずかしくて言えないよ。Я не рассказала вам настоящую причину, я знаю. Я не могу говорить о родственников насчет семейных дел. Это слишком личное. Вот и все. Тогда почему ты начала быть с нами? Ну, я подумала, что Кирито был, по крайней мере, сильнее, если даже не больше, чем Шеймрок. Шеймрок. И только у одного человека может быть сила... Нет, и только у одного игрока может быть сила победить Шеймрук. У Кирито. Героя Сао. Таким образом, я решила вам помочь, чтобы подобраться ближе к ней. Такой был мой план. Так почему же ты не доверяла нам? Почему ты всегда выглядела такой... такой удручающий, когда ты следила за нами? Ну, потому что я действительно думала, что я просто лишний груз. Использовала вас, не так ли? Я просто жалкая. Кирито-кун, もういいじゃない. そこまで話してくれれば, 私は納得できたよ. Кирито, я думаю, она сказала достаточно. Я убеждена. 私も言いにくいことを言わせちゃって, ごめんね. 私も兄弟いるから, なんとなくわかるよ. Я тоже. Извини, что я застала тебя говорить обо всех этих вещах. Вещах. Я все поняла, поскольку у меня тоже есть родной брат и так далее. Мой брат типа тоже такой. Он никогда не особо ставит свои усилия в этом, но безумно хорош во всем. Он всегда был лучше меня во всем, несмотря на то, что пробую. Ах, это так печально. Я просто хочу его схватить и... Эй, Сугу! Обнять его крепко! Как бы... Спасибо за разговор, за то, что поговорила с нами, Рейн. Ты наш друг отныне. Раз и навсегда. Хорошо. Так что отныне, если что-то случится, то скажи нам сразу. Я хочу, чтобы ты рассказывала нам все. Все, что угодно. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь тебе. Кирито. Итак, Рейн, что ты хочешь делать теперь? Я хочу пройти область Сварт и выйти из этой игры на вершине со всеми. А затем я хочу... Хочу представиться Нанайре лично. И хочу рассказать ей, что мы сестры.
Хорошая идея. Согласна. Ну ладно, хорошо. Тогда давай это сделаем, Рэй. Хорошо. Да. Собственно, как и предполагали, они сестры. Грустная история, как всегда, за плечами. Да. И это было достаточно интересно. Ну что ж, идем дальше. Хотя уже это 3 часа пошел, надо бы заканчивать. Но, ладно, пойдем дальше до конца данжа. Может, будет сейв или телепорт. Но, безусловно, это было интересно. Узнать, наконец-то, про Рейн все на самом деле. Ай, блин. У Кирито не тот навык. Нету навыка, что у Рейн. Который просто имба. В каком-то смысле. Воу-воу-воу-воу. Фига себе, тут враги респаунились. И, блин, тут темно, как... Даже не знаю, куда. Эй, ребят, вы там живые? Или чатики умерли? Хоть что-то напишите. Интересно, а что и где открылось? Понять не имею. Блин, что, в натуре это будет последним данжем? Если это так, то... как, хотя не, я сомневаюсь, это не будет последним. Тут кое-что не хватает, чтобы это было концом игры. Ну и плюс... судя по тому, что я знаю, до конца игры еще вообще-то... о, еще много. Часов 20, наверное. Примерно. Так. Я вроде бы активировал механизм. И теперь смогу... господи. Тварь. В смысле не хватает? Я не сказал, что это не хватает. Антон, да, он будет, его можно сказать, что анонсировали. Будет и еще не третий, а будет и четвертый, и пятый. Как уже, как там сказали, пока он популярный. Будет, будет. И игра третья будет, обязательно. Возможно, ее до конца года анонсируют. Или в следующем году.